Уважаемые граждане, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 6 Федерального закона номер 54, участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки и другие предметы, специально предназначенные для наблюдения и установления личности. Просим вас соблюдать действующие законодательства. Слав, ты враг своей стране! Продолжаем врать. Не стыдно, а? Первый канал. Ну, Рай, скажите, а что конкретно? Давайте я скажу. Все, что вы говорите про Украину, это ложь. Что конкретно мы лжем? Вы лжете, что на Украине нет российских войск. Вы лжете, что Крым, там был референдум. И Крым... А что, не было референдума? Не было. Да? Откройте словарь. Мы же были на референдуме. Все. Откройте словарь и прочитайте, что такое референдум. Когда часть жителей под дулами автоматов сгоняли. Под дулами автомата? Да, а это Гитлер признался. В Крым съездите и спросите людей, как они под дулами автоматов. Кстати, автоматы. А это не аргумент. Аргумент такой. Нет, это абсолютно не аргумент. Почему? Позор! 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 Первый канал! Позор России! Я не понимаю вас. Позор! Позор! Двигал бы ты отсюда! Позор! Пропагандоны! Опять что-нибудь врать будут на завтра мне. Открыл канал, что ли? Позор! Первому каналу позор! Позор! Здравствуйте! Здравствуйте. Хотели сказать, о чем хотите сегодня рассказать на шествии? Просто можете что-то сказать? Вот просто расскажите, с какой позиции сегодня пришли на шествие? Все написано. Какая связь между темой Украины и Борисом Немцовым? У нас все написано. Вы почитайте Бориса Немцова и узнаете, какая связь. Я же вам говорю, вы читать еще плохо умеете. Всего доброго. Первый канал, говно! Первый канал, говно! Чего? Да, он уже. Шутка. Блин. Подойти к нему, да? Ну, я хочу с кем-нибудь поконкретнее поговорить, значит. Первый канал, говно! Первый канал, говно! Чего? Да, он уже. Шутка. Блин. Там мы не поговорим. Поговори с девушкой. Ну да, вот ее запишут на лиге. Лучшая поправка Путина в отставку! 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 Простите, пожалуйста, можно сказать? Просто мы хотим... Я не уполномочена вам что-то говорить, мне очень жаль. Не, а мне просто... Хоть кто-то есть, кто может чуть-чуть конкретнее сказать, кроме лозунгов? Вот. Сегодня Марк Немцов. Да. Да, но у вас, плакат про поправки Конституции. Да. Нам не нравится процедура, которую предлагают. Смотрите, а вот против самих поправок нет. То есть что, какая конкретно поправка вам не нравится? Госсовет не нравится. Дополнительно полномочия Госсовета не нравится. Почему? Потому что я не считаю это абсолютно демократической поправкой. Как просто поконкретнее, что ли? Ну, а что здесь демократически? Просто это не очень понятно. Ну, то есть что? Как бы Госсовет и что? А Навальный где? Не знаете? Приходил? Не. Свободу, политзаключенные! Свободу, политзаключенные! Здрасте! Пропаганда! 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 Против... против чего голосуете? Нет! Пропаганда! Пропаганда! Пропаганда!
Пропаганда! Пропаганда! Пропаганда! Позор! Непосредственно на позор! 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 Мегафон воровать не надо? Позор! А скажите что-нибудь конкретней. Позор! А голосов нет, против чего? Вы путинская пропаганда. Против чего нет голосов? Скажите, вы путинская пропаганда. Вы путинская пропаганда. А поконкретней? Вы позор России! Позор! 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 Ради этого пришли? Или, вас, или вы с какой-то позиции сегодня пришли? Мы сами выходим, сами. Да. А вы гнилки, говнюки натуральные. Мне 80 лет, и я понимаю, что... Пропагандоны! Пропагандоны! 5 минут на вранье! Все вранье! Да. А вы гнилки, говнюки натуральные. А вы гнилки, говнюки натуральные. Валите! Мне кажется, нас троллят просто. Да. А вы гнилки, говнюки натуральные. Мне кажется, нас троллят просто. Первый канал, говно! Первый канал, говно! Он думает, блядь, забить и все. Конченые пидорасы. Да, да, да. Пойдем про делосити поговорим. Делосити – это пытки! Делосити – это пытки! Делосити – это пытки! Здрасте, скажите, вот про делосити... Позор! 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 Позор России! Первый канал! 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 Позор России! Уходи! 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 Я не должен разрешения у вас спрашивать, уходить мне или нет. Уходи! 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 Ну все, пойдем. Уходи! 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 Позорище Первому каналу! Я говорю, как вы детей воспитывают? Это же просто... Позорище Первому каналу! Давайте, Тиша. Здравствуйте, телеканал «Дождь». Скажите, как вы себя чувствуете здесь? Нет, Первому каналу! Чувствуем, работаем. Чувствую себя но поганым. Но когда кричат «позор», наверное, не очень удобно работать. Ну, конечно, мы хотим конкретно с вами поговорить по конкретным вопросам, с которыми вы пришли. Не всегда удается. Все, простите, сейчас раз будем работать. Почему вам кричат «позор», как думаете? Ну, не знаю, спросите у людей, они вам все расскажут, что у вас фотка из позиции. Мы тоже просим поговорить. Спасибо большое. А, может быть, есть кто-то, кто кричал «позор» только что? Объясните, почему. Первый канал, говно! Первый канал! Ну как же, доктор Геббельс, он как закон... Когда нам станет этого достаточно? Немного зажглась. Это за что? Свобода, Украина заключенная! Люстрации! Расскажи, а вы с какой позиции сегодня пришли? Это за сегодня так активно порвалось? Да, просто очень активно проводит. Позор жорда шлюкам! 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 Путин! Путин!
Записываем YouTube, что ли, да? А у него разруха! Разруха! Вот, понимаешь? Вот наши-то на Первом канале говорит, что вот что мы понимаем. На Первом канале, да. Послушай, отец, я вот что хочу сказать. Но он уже 20 лет. За 20 лет Китай, все разрушил. За 20 лет все Китай, разрушил. Китай... Неужели он не видит, что тысячи людей выходят? Тысячи людей. Неужели он один не понимает, что происходит? Я еще раз повторяю, мне 82 года. Я коренной москвич. У меня родители погибли в 41-м году, в 43-м. Я детдомовец и все прочее. Где я могу обратиться к президенту? Я? Или я никто? Или я никто? Я русский. Рожден в 38-м году. Нам не нужны пушки, нам не нужны танки, нам не нужны никакие подводные лодки, ничего. Нам нужно жизнь свою прожить счастливо, и чтобы у нас были дети. Сегодня закончено. Просьба покинуть проезжую часть. Уважаемые граждане, мероприятие окончено. Просьба покинуть проезжую часть. Уходим с проезжей части. Мероприятие окончено. Уважаемые граждане. Первый канал, говно! Первый канал, говно! Да. А вы говнюки натуральные. Позор! Микрофон воровать не надо? Позор! А скажите что-нибудь поконкретней. Позор! А голосов нет, против чего? Вы путинская пропаганда. Против чего нет голосов? Скажите, вы путинская пришли... пропаганда. Вы путинская пропаганда. А поконкретней? Вы позор России! Пропаганда! Пять минут на вранье! Все вранье! Здрасте, скажите, вот про дело сети... Позор! 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 Позор России! Первый канал! 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 Позор России! Уходи! 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 Я не должен разрешения у вас спрашивать, уходить мне или нет? Уходи! 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 Ну все, уходи! 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 Позор, черная шлюха! Позор! Это за сегодня так активно порвало? Да, я просто очень активный провод. Позор, черная шлюха! Позор, шутка, шлюха! Позор, шутка, шлюха! Позор, шутка, шлюха!